Ильича. Меня зовут Василий. Вот мы занимаемся нанесением декоративной оклевки по марке Фейда. Скажем так, стена предварительно прокварцованная, соответственно, она высохла и наносится материал. Как бы материал наносится довольно неплохо. В принципе, хорошая масса. Очень довольно-таки нормально, не работает. Теперь мы приступаем к, скажем так, моделированию. Масса держит хорошо слой, не течет. Это значит, в принципе, слой можно что-то получить разнообразное в разном стиле нанесения. Ну, в нашем случае это полностью нанесение. Ну, в дальнейшем оно будет обрабатываться шкуркой, гвоздонкой, ну и лазурью, если надо желать. Завтра покажем. В нашем случае стены уже нанесены нашей шкуплёнкой. Они зашкурены, прогрунтованы акриловым грунтом фирмы Файдл Акрилки и Грунт. После высыхания 12 часов мы берем лазурь торговой марки Файдл Амбиент Ван Лазурь. Будем делать предварительное покрытие для нанесения последующих материалов. И будем придавать цвет вот таким вот волком под названием Волком от Аптон Фарм. Вот в данном случае мы наносим кремовую лазурь, то, что мы подколировали красителем. И, соответственно, мы ее замываем мокрой губочкой. Наносим мы ее равномерно, от угла до угла, в избежании стыков. Берем вот такую губку и, соответственно, замываем верхние части нашего изделия, нашей фактуры. Мы получаем небольшую двухтональность, но это только предварительный этап нашего рисунка. То бишь, в дальнейшем еще будет кое-что сделать. Ну, скажем так, мы подготовили нашу поверхность, нанесли лазурь, полированную болтоном. И сейчас наносим морилочку, которую вставила орех, скажем так. Наносим ее кисточкой. В некоторых местах. Мы придаем хороший оттенок. Соответственно, двухтональность.